Поехали. Дело такое вот обычное стало уже для Аркадия Костюжова. Однажды ёкнуло, и вот уже несколько лет он занимается общественной деятельностью. Еще один контейнер для раздельного сбора мусора. Пока где-то это делают за бюджетные средства в Старом Осколе, Аркадий пытается брать на себя функции государства, менять мир и еще помогать детям. Ну, на данный момент, да, хватает ресурса. То, что мы сказали, мы делаем. И пока... Не то, что пока, мы уже, другой дороги нет, мы дальше продолжаем это обслуживать, вывозить, сдавать и оказывать помощь. Этот контейнер в районе Углы стал уже восьмым. Николай Марченко, руководитель местного, тот живописный уголок, как только узнал о таком общественном объединении, сразу поинтересовался возможностью установки контейнера на своей территории. Теперь будем пробовать воспитывать население. Передача ключа произошла, все нормально. Ну, потому что как бы по городу я вижу много проблем, а сегодня как бы необходимо их немножко решать. Поэтому я как бы в лице одних из первых согласился на эту тему и Жене много раз говорил, давайте, пожалуйста, побыстрее мне этот ящик будем пробовать здесь у нас тоже. Потому что вот сейчас чуть-чуть позже начнется здесь летний, будем говорить, весенний сезон, здесь очень всего будет много. Поэтому не хочу, чтобы там складировалось все. Все здесь и сдавалось куда надо. Каждая брошенная бутылка в этот контейнер – это копейка в помощь нуждающимся, в основном больным детям. Уже есть результаты, да и культура обращения с мусором – это в конечном итоге попытка говорить с населением и доносить информацию, а там может что-то и получится. Тем более успешные примеры уже есть. Ну, конечно, получается. Вот мы провели разъяснительные работы с людьми, то есть жителями, и они поддержали, как бы разделяют все и привозят. То есть свалки у нас нету, у нас все чисто, хорошо, культурно, все довольны. Дело, обычное дело Аркадия Костюжова, которое должно стать обычным для всех горожан.